Водичку пить. Принести жертву угодную, угодную Богу. Заходим, братья и сестры, заходим. Скамейки пустые. Скамейки пустые, заходим, братья и сестры. Принесите жертву угодную Богу. Общительности с братьями и сестрами. На следующей неделе у нас во вторник праздник Богоявления Господне, крещение. Значит, вечером вы можете сходить в храм, я так думаю, что, а утром во вторник я буду, постараюсь приехать, если здоров буду, значит, будет у нас богослужение и водоосвящение утром во вторник. 19-го будет. Ну что, немного скажу, что у нас в Потеряевке, в Свято-Анфимовской общине было, значит, молитва у нас ночью, мы молились 12 часов, часы литургии, вот, после разошлись по домам, в 10 часов утром собрались в храм на праздничный молебен, было после молебна была трапеза, сестры приготовили праздничную, и потом был концерт. Дети там, ну и взрослые участвовали. Ну а после этого там уже играли. Горку сделали хорошую, ледяную залили. Вот. На горке было там, на пруду. Играли там в футбол, на снегоходах устраивали, на этих, как называется, сноуборды или. Доска такая, широкая доска, и вот на ней там катаются. Ну вот они веревки привязывали сзади за снегоход и катались на этих досках. Один человек на доске стоит, как он боком стоит, и вот он там едет.
Ну вот так вот прошло у нас празднество, так прошло. Было. Неплохо. Вот. Аллилуйя. Что еще? Ко мне какие вопросы? Я сказал, приеду во вторник утром. Во вторник утром приеду. Вечером будет у нас там богослужение, водоотсвятие вечером там сделаю. Потеряю. А ночью выйду и утром, Бог даст, буду здесь, и тогда здесь будет у нас молитва и водоотсвящение. Вот, во вторник утром. Так, кто, братья, приготовите заранее, значит, воды, приготовьте сосуды с водой, чтобы стояли. Так, еще что, какие вопросы? Печь не нужно. Что? Литургии не будет? Будет. Будет? Нет, 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 не будет, я потому что не приготовил. Нет, будет у нас обедница просто. И... это не будет литургии в тот день. Поскольку? Просто не надо. Еще что? Так, у меня есть просьба. Братья, я не знал, увидел. На входе в дверную дверь повесили, что... такая надпись, что у нас ведется запись для интернета. Я предлагаю, что эту запись сделать где-то на внутренних дверях, а там повесить крестик и какой-нибудь из Священного Писания, какой-нибудь текст. Это будет более лучше, чем это. Вот. У нас не видеостудия, а у нас все-таки храм. Так мы называем, что у нас храм. Если была видеостудия, тогда мы уже сказали бы, что это так. У нас не видеостудия, а храм. Поэтому и какой-то знак был, должен быть вхождение во храм. У нас даже нету ни крестика, ничего, а сразу видеозапись ведется. Ну, поэтому я предлагаю эту запись перенести на внутреннюю дверь где-то, а там повесить крестик, сделать и какое-то найти, значит, изречение из Священного Писания повесить. Неплохо. Что, лучше что-то предложить? Нет. Игорь, а ты что-то лучше хотел? Неплохо сказать. Неплохо, еще бы и купол бы на всякий. Почему раз. Только сейчас об этом говорят? Можно было чуть пораньше даже. Ну, видите, здесь у нас некая другая обстановка-то здесь уже, видите, да, что? Да, да, да. Мы не можем другое, потому что здесь я служитель, а хозяин-то другой, поэтому зданием распоряжается хозяин другой. Уже. Без благословения его ничего не сделаешь. Но я могу только предложить. Не, ну крест это правильно делать. Ну вот так. Так, какие еще вопросы ко мне? Ничего нету больше. Ну все, занимайтесь, а дальше. Спасибо, Христос, большое. У нас без горки обошлось. Да, горку-то почему хоть маленькую могли бы сделать, братья? Нет? Нету снега. Ну конечно, у вас не было, у нас есть, потеряете. А, не надо, здесь снегу в ограде сколько собрать, все. Знаете, какую горку можно сделать? Да ее не соберешь, она ледяная. Весь снег ледяной, его не пробить лопатой. Да. Попробуйте. По-моему, не пробить. Попробуйте. Другое место. Правильно, братья? Принимаем. Да, зачем? Я ничего не принимаю. Братья и сестры, но о внешнем и внутреннем всегда нужно помнить. О внутреннем. О любви, как мы говорим, любви к Богу, любви к ближним, о жертве, благоугодной Богу. А о внешнем ли? Вот не все приходится напоминать, как нужно кланяться. Ноги не подгибать, стоять прямо, крестное знамение совершать правильно, три или два креста, середина лба, чрево, правое и левое плечо, ровно, чтобы была перекладина выше, как положено. И поклониться, когда донес, секунда, две, а потом уже поклонился так, чтобы можно было достать. Не обязательно доставать рукою пол, но чтобы можно такой поклон, чтобы он был именно поясным поклоном, как это положено. Я все время своему зятю говорю, вы кланяетесь, это старобрядцы. Вот у старобрядцев они вот так вот, как какому-то прохожему кланяются Богу. Давайте будем соблюдать благочестие в этом плане. Внешне есть проявление внутреннего. Даже в философии это определение такое есть, что закон содержания и формы. Форма отражает содержание внутреннее. Как мы себя ведем, как мы одеты. Все отражается на нашем благочестии. А болящих, Татьяна Кузьминична, расскажите нам. Ну, у нас болящих у нас много. Все мы сейчас не домогаем. Ну, Валя Борисова, вот она уже две недели болеет.
помолиться за нее. Бабушки наши лежащие, кто Мария Яковлевна, Анна Кузьминична, Александра Ивановна с Валентиной Ивановной, Валентина Ильинична, все поклон передают. Мы им передаем. Передавайте это всех, да, молимся, и они все передают и молятся за нас. Ну, я хотела еще сказать, что это звонила из Казахстана Валентина и Алексей там еще, если вот по книгам помните, художник. Они передают поклон всем, помнят, молятся о нас. Так, Нина Свечникова звонила, тоже передавала всем поклон низкий. Ходит она там в церковь, но очень скучает по нас. Всем низкий поклон от нее. Нина Осинника тоже, из Осинников тоже помолитесь, болеет она, конечно, за священником этим продолжает ухаживать. Вот. И Нина Жолнирова, и с ней разговаривала. Но она, у ней также пока все идет. Но там идут изменения небольшие. Она все так же стоит, как бы. Ну вот эта Зина, которая, помните, она все говорила, она первый раз нас выгоняла. Она сейчас, это, священника снова поставили этого же в Павловске. Какое-то время он не служил, сейчас снова служит. И он с собой привез женщину, которая там, видимо, на плире она будет петь, что ли, у них. И он ей там теперь платит. А это возмутилось. Я говорю, столько лет, вроде все, и как бы это, ну, никогда такого не было. А тут, значит, кого-то привезли и зарплату платят уже. Вот, и так как бы. А к Нине пришли женщины две. Сами напросили, что мы будем приходить заниматься к вам. Вот, так что потихоньку у нее и там соседка будет приходить, и так что у нее потихонечку уже начинает это. Да, продолжайте молиться о сестре Нине, потому что, ну, ситуация непростая, и Господь все-таки располагает сердца людей. Она два часа стояла на морозе, 6 вечером, вот, и подзамерзла, говорит, пошла домой, а тут мне говорят: ну ты вот сюда хоть встань, здесь хоть свет, вот тут вот это, ну, приглашает ее заходить. И Зина это, кстати, звонила ей, говорит, больше часа мы с ней разговаривали, она так доброжелательно ко мне расположена теперь уже, ты будешь у нас проповедницей. Ну вот, такая ситуация. То есть потепление есть, но еще достаточно холодно. Так что молитесь о ней, чтобы Господь ей помог в этом деле. Господь испытывает ее и испытывает и нас, нашу любовь к ней, к нашей сестре. Так что помните всегда о ней. Ну, помните о брате Сергее в Воронеже, которому очень тяжело. Помните о его маме, Татьяне Ильиничне. Вот. На предыдущем собрании мы упоминали стих из Евангелия от Иоанна, 10 глава. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Знаете, еще растолкуйте нам этот стих. Он истолкован уже. Комментарий хотел бы. Комментарий можно дать. Истолкован святыми отцами. Да. Знаете, память от чего развивается? Когда на практике применяется. Вот если мы его услышали и не так, не приняли или что-то, оно мимо проскочило. Понимаете, сколько раз нарушал ты на дороге правила, сходило с рук. Но вот остановили и крепко взгрели. И ты сразу запомнил. А в Библии говорится так. Раб слышит и не вразумляется, доколе и будет наказан. Вот интересно, из всех правителей, какие есть, ну везде-везде, компании, президенты, только один забунтовал, хотя начальник республики, и говорит, президент один в стране, а мы глава республик. Это Рамзан Кадыров, Рамзан Ахматович. И вот где бы что ни было, он уже там. И вот едет, я не знаю, насколько это не составлено было, ну похоже, может быть, забыл, а может быть так, ехал и ремнем не пристегнулся. Его сразу откозыряли, подходит: о, извините, что значит извините? Я нарушитель, да, выписываю, что требуется. И вот он выписывает, милиционер, может быть, рука дрожит, президенту выписывает штраф.
теперь он едет, ну дал бы кому-то, ну иди заплати. Нет, он приехал сам и встал в очередь. Все увидели, проходите. Что значит проходите? Очередь для всех. Вот это я понимаю. Да подошел и тот вам за нарушение. Сколько нужно выписывай? Что ты смотришь на меня? Кто я такой? Нигде, никогда, ни в одном государстве этого не было. Президент, он глава, добился, везде отменили президента, главы стали. И стоит, платит, деньги стоит и отсчитывает где-то. Первый, слово первый, не надо бояться. У нас первый, это начаток. Апостол Павел передает поклоны и говорит, Стефан, начаток Ахайи, то есть ты первый обратился. Вот первый, не надо бояться, первый человек был в космос, но до него некоторые... И теперь уже, считай, 12 человек погибли, которых отправляли, они давали сигнал СОС, а два брата, итальянцы, все это поймали и записано было. И они знают фамилии теперь все, которые погибли до Гагарина, которые могли быть первыми. Первый человек на Луну опустился, Нейл Армстронг. Первый человек впервые радио отстукал. Там всего 20 километров было от корабля, и все-таки сумели азбукой Морзе передать на расстояние, это было чудо. Первый человек, Гутенберг, напечатал что-то. У нас Иван Федоров первый печатный станок. Не надо этого бояться. Но есть такое первое, где ты первый наказан. Первый наказан Адам. Первый человек, который взошел на небо. Вошел ко Христу. Вот это да, ясно, что святой. Разбойник вошел, святой. Он и всего-то исповедовал, что мы-то по делам нашим, а он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи. И рай открылся. Первый. Есть первый, который стал последним. И последний первым. Есть где-то виновный, где-то невиновный. Вот начинаешь смотреть, везде все первое. Вот я показываю Новый Завет. У нас вот трехтомник. Вот он лежит. Вот он. Каждый том 752 страницы. Впервые вышел с откровением вместе. Впервые за 2000 лет. А кажется, ничего особенного нет. Не надо этого бояться. Да еще мало того, тут и 297 комментариев. И впервые вышел с цветными гравюрами Гюстава Доре, раскрашенные. Вот у нас двоих нету. В разные страны, рестораны съехались. Кто красил-то? Главное, раскрасчивский. Вот сидит Игорь Владимирович. И вот мы сейчас знаем, каким спросом пользуется. Каждую неделю рассылаем. А все кончается, уже нету. Первый. Я подвожу к тому стиху, который говорили. Ученики как понимали? Полная защищенность от Христа. Ни о чем не заботиться. Рыба огромными кошелями неводом тянется. Вытащить не могут, сеть прорывается. Хлеб, пожалуйста, сколько тебе? Ну сколько? А было бы больше, накормил все равно. Из чего? Что это за энергия такая? Тесля, это из воздуха энергию. Господь делает. Хорошо, хорошо нам быть на здесь. Сделаем три кущи. Вот это первый монастырек. А что там внизу беснуются, не могут исцелить? Какое нам до них дело? И вот бывает первый, который вообще ничего не думал, а его сделали первым. Он даже и никогда не думал быть первым. И он начинает совсем, да, речи, я вообще-то заикаюсь. Ничего пойдет, брат, у тебя речистый такой, он за тебя будет говорить. Вы знаете, о ком речь идет? Моисей. Моисей заика. Да не просто Моисей, а Моше, по-еврейски. А у мусульман там, кто он? Муса. Муса Джалиль. Видите как? Ты посчитай, сколько о нем говорится. 5 книг Моисеевых. Не хотел, упирался. Ничего. Господь иногда берет кого-то и наказывает. Сегодня мы слышали проповедь Иоанна Златоуста. А иногда предупреждает первого человека об опасности, первого. Они думали, они такие защищенные. А Господь говорит, я посылаю вас. Ну, никто нас не тронет, как овец среди волков. Вот это да. Ну, овец, вы видели, как волк берет овец? Угу. Сейчас показывают, ну, там волк зашел, и второй к нему припарился, подкопали отару. Выгнали, и 70 овечек только по всему полю. Он рванул, глотку перерезал, следующий, он не ест. Он не может остановиться, бешеный делается. Такие есть люди, он не может, он режет и режет, как Ирод. Как фараон. И Господь говорит, вы овцы, но и волос с головы у вас не пропадет. Почему? Потому что есть загробная жизнь.
Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше как неугодное понесут. Радуйтесь и веселитесь, гнали меня, будут гнать и вас. Я приму вас, и если бы иду приготовить обители вам, если бы не так. Дальше, а дальше говорит, что я все равно жду вас. Приготовлю обители. Не надо бояться смерти, нет, есть только переход, один шаг, ты на той стороне. Да к овцу как? Ну, конечно, овцы слабее. А если 500 волков на одну овцу, наоборот, не устоять. А вот христианство вышло, когда было 500 божеств в римском пантеоне. И они, первые христиане, крестились одним перстом. И они среди арены поднимали персты и кричали, львы несутся. Они поднимали крест и кричали, Христос регна, Христос царствует. Один Бог, не 500, один. А да как же наши Зевсы, Венеры, бесы. Уж этого никто не мог простить. И вы сгинете, вас императоров не будет. Все эти жертвы ваши ничего не значат. Весь мир объявил войну христианам. Устоять абсолютно невозможно. Ни одного божества нет, христианства осталось. И будет до последнего дня. Редко где, но оно останется. А кто такие волки, чтоб я боялся? Все противящиеся. В первую очередь иудеи. А далее? Ну, а далее все, которые против христианства. Коммунисты, фашисты. Не надо думать, что Гитлер церкви поощрял. Нет, у него своя была религия. Истребить христианцы, конечно, счет. На время открывал, чтобы за него были где-то. Ну, волк. Кажется, ничего больше нельзя сказать. Волк. Сейчас... В интернете очень много таких роликов показано. Волки-мутанты. Необыкновенно огромные. Совершенно бесстрашные. Огромными собираются просто полчища. В Якутии ничего не могут сделать. Я думаю, привлекут, видимо, воинские части. Режут стада, ничего нельзя остановить. Это какое-то знамение. Расплождаются намного быстрее. Людей вообще не боятся. Никакими кружками, флажками их нельзя обложить. Откуда? С помощью чего? Что они здесь? Это в настоящий момент, сегодня. Это полярные волки. Но можно их испугать. 100 килограмм. Пока стреляют. Я, ну, когда смотрю в интернете, больше печалюсь. А тут рассмеялся, просто не мог удержаться. Когда нападает медведь, что нужно делать? Разные советы. И вот один стоит, пока палка на ней, материя на пол, а с собой бутылек у него. Вот когда медведя увидишь, нужно разминтить, достать, бензином облить, теперь зажигалку достать, щелкнул и медведю в пасть толкнуть. А другой дает. Медведь, то он караулит. Потребуется не больше 2 секунд, он уже у тебя вместе с палкой руку оторвет. Напротив медведя что? Но единственный зверь, который может еще бороться, маленькая росомаха, там килограмм 15. И он уже, говорит, всегда в рюкзаке с собой носить. А другой ему отвечает, вдвоем ты млешь, и тебя доедать будут. Не могу. Сколько юмора-то идет. Один советует, нужно все время где-то рядом держать пакет с бензином, чтобы сразу только бритвочкой щелкнул, облиться и пламенем кидаться на медведя. Ну, только кто что может говорить. А Господь сказал, и врата ада не одолеют ее. И вот апостол Павел собирает однажды людей, а они идут, ну как сегодня, если когда служение епископское, а кто когда рукоположен, и те ближе к патриарху, который недавно, те должны быть дальше. И Ельцина тогда понял, и когда сел там, показывает, и стал по ранжиру министров, и они встают, уже заседание идет, он так грозно, ну патриарха перенял-то. И давай их сажать, и все ходят, сидят рядом, ну к нему-то это не относится. И вот они, я представляю, когда здесь священники бывают, как они друг перед другом, когда, какая митра, какая палец, ну тряпочки все. На самом-то деле ничего нету. А что, да Павел вызвал. Ну что вызвал-то? Ясное дело, что он никогда не ругается, голос у него тихонький, он хороший, Павел-то. Послал в Ефес, как они ехали. Ну, у нас брат Аяким, он ездил, архиерей его посылал строить. Храм сгорел, заново строить, он строитель. Мастеров с собой, едет с диаконом. Я говорю, ну хоть раз ты беседовали о Боге? О Боге нет. А только разговор, какой доход? Один еще священник и говорит, вот умерло вот столько-то. Ну, Бог даст на следующий месяц, а еще столько будет. И прямо рассуждает, как о доходном месте. И вот они когда пришли, Павел начинает говорить о себе. Как он был, как он учил. День и ночь трудился своими руками, а они на свои пухленькие руки-то смотрят, не такие. Было бы еще уделять нуждающимся. 20 глава Деяния апостолов, 29 стих. И вдруг он смотрит на них и говорит, восстанут лютые волки. Не просто волки, лютые, бешеные, вот эти мутанты.
И они будут драть все, кто в рот им не положит. Против того, говорят, объявляют войну. И будут говорить как? Семинария, академия, качество. И будут говорить превратно, совершенно извращенно. А запятая дальше стоит, чтобы увлечь за собою. Самое главное, своя каноническая территория. И вот теперь мы подошли к этому стиху. Христос, когда говорил, он же знал, что это будет. И кого он видит, прочитай еще раз. Слушайте внимательно, я дальше кое-кого спрошу, кто желает. Ну, в 3-4 слова, вместитесь только. А наемник, а наемник не пастырь. 12 стих. Наемник не пастырь. То есть он пастырь в одеждах, там, епископских, патриарших, митрополитических. И вдруг оказывается, он и не пастырь вовсе. Потому что наемник. Он только наемник. Он получает зарплату, все у него как надо. Он наемник. А наемник что, нанялся? А вырастет, не вырастет. Ну, посадил картошку, ушел. Будет там колорадский жук грызть ее или нет. А когда сам хозяин, он до конца под ключ сдает квартиру. Не просто я поставил стену, а рухнет, не рухнет. У нас в деревне нанял тут Игорь Барабаш. Таких, они там построили. Не ушли еще, стенка хлопнулась и упала. Почему? Наемники. Наемники. Они не могут, смотрят, что человеку трудно. Он, и трудно ему. Еще раз обмануть надо. Итак, наемник. Вот теперь в него кто наемник? Тот, кто нанялся, который в конечном результате не думает, что овечек надо довести до ума, чтобы щесоточных паршивых вылечить. А патриарх Никон говорит, я коростовал. И вы вместе со мной коростовали за мое небрежение. Почему сегодня патриарх это не говорит? А ведь это понятно, какая паства, кто приходит. Мы сколько, 17 лет работали здесь в тюрьме? 1700 человек, 3700. 90 с лишним процентов православные. Приходит священник и подряд всех до единого причастит. Ведь большего безумия придумать нельзя. Наркомания, там гомосексуализм, что угодно. Ну можно хотя бы... Я 17 лет работал, никак они. По камерам. Они там доступа даже не имели. По рации выступаю, наговариваю пленки, они крутят по всем камерам. Достаю динамики, только за один раз занес 56 динамиков. И за 17 лет ни одного не подготовил к крещению. А разница есть? То есть они профессионалы, вот работают. А мне зарплату давать не за что. И ни копейки, тем более там за деньги. Женский лагерь наиболее трудный, самый негодный, намного страшнее. И поехал священник, двух только не причастил. Почему? А они на работе были. Всех причастил в один день. Это все пишут. Что, нам ничего не понятно? Нет. Иоанн Златоуст говорит, если без эпитимии, они говорят, что в тюрьме можно без эпитимии. А он и курящий так остался. И причащает, гибнет сам и того, кого причащает. И будут говорить превратно. А что экономия, экономия. То есть снисхождение надо. А кто вам позволил эти слова придумать? И в Библии даже нет. Какое снисхождение? Митрополит Иона Киевский говорит, святые не показали пощады, от нас ее не будет. Трудно в учении, легко где? В бою, суворов. Ничего этого нету, никакой строгости. Иоанн Златоуст говорит так, если у тебя в навозе выпачканы руки, ты царскую ризу возьмешь или нет? Прикоснешься к ней? Как же ты не побоялся идти к причастию? И вот говорит наемник, а наемник это все и делает, он не знает. Показывает, и думаешь, зачем? Ну вы же сейчас только говорили правильно. Христос сказал, говорит, что говорят, делайте, по делам не поступайте. Наступил момент, когда нельзя поступать по словам даже их. Защищают, крещения вообще нету. Мокрая ладошка коснулся, все, ничего нету. Причащают любого, венцы даже не надеваются. Кто? Наемник. Почему об этом патриарх Кирилл уже не раз говорил? Общин-то нету, приходы есть, пришел, ушел. И не прихожане, а прохожане. И это пишут очень известные, как говорится, богословы. И вот выявить надо, Иоанн Златоуст говорит так, смотри, вместо пастыря не избери волка. Иоанн Златоуст был очень бесстрашный. Никого не боялся. Почему? Первый был. Обличал на каждом богослужении царицу. Вспомните, как было в Амвросе, как считаем, Вавила, епископ, там царь взял заложники. Ну, раз сын заложник, то тут не будет что-то воевать. И там началась война, он заложника сына сразу убил. И он его в храм не запустил. Остановил. И что дальше было? Считайте жития святых.
как я на Златоуста был, а сопровождает воины. И ударил мечом в дверь, открой. И сразу рука отсохла. Где сегодня эти ревнители? Кто-то первый должен был остановиться на этом. Иоанна Златоуста сослали. Вернулся, потому что было землетрясение, царица не искала, искала себе пятый угол. Наконец вернулся и опять начал говорить. Иродиада снова беснуется, ищет главы Иоанна. Он говорит о том, и сразу пришли. Царица, он опять про тебя говорил. Он тебя назвал Иродиадой. Да что же такое-то, ваше царское величество? А муж-то был подкаблучник, Аркадий. И он не устоял перед ней. Иоанна Златоуста снова арестовали в ссылку. И теперь его тащит. И до конца ссылки не дошел. А на тропах монахи караулят его. Монахи с епископом Фаретрием. Засады делают, чтобы убить его дорогой. Златоуста. Это все было. И как он на силке между двух ослов, два ослы идут, там между ними паланкин натянут, он там лежит. И упало это на краю пропасти, едва зацепился за что-то. И претарианская гвардия с ним была, охраняла. И говорит, лучше в руки саврян попасть, чем этим диким зверям-монахам. Первый, он говорит, никого я не боюсь, Златоуст, только одних епископов. Неужели нам непонятно, что нужно остановиться, посмотреть, куда они ведут нас, правильно ли ведут. И вот этим местом наш Спаситель Христос и показал. Да, он о себе все говорит. А наконец, вот я беру только один стих. Читай. Наемник – это не пастырь. Он не пастырь. Его в списках пастырей нету. У него митры, может быть, благословение. Нет у него прописки, что он пастырь. Перед Богом. Перед людьми, да, у него все. Тут и клобуки, и шлейф 5 метров тащится. Но перед Богом – это наемник. А были они такие в храме? Что говорить? Это 7 отроков ефесских. Бог усыпил семерых, 120 лет спали. Показать, что есть воскресенье. Архиереи перестали верить в воскресенье мертвых. Даже не верится. Жития святых Дмитрия Ростовского. Архиереи, не говоря о священниках, перестали вообще признавать воскресение мертвых. Вся жизнь здесь, на этой земле. Это пастыри были? Это не один, не два. Речь шла обо всем христианском мире. И дальше. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. А почему они не свои? Он их не зарабатывал, не обращал, не проповедовал. Ни одна душа через него не пришла. Я разговариваю с епископами, не с одним. Я говорю, а у вас было так, чтобы вот человек зашел в церковь и упал и сказал, воистину с вами Бог. Ну, как написано в послании к Коринфянам. Я и не слыхал такого. Ну, а где-нибудь ты в поезде ехал, стал говорить, ну, там разные люди. И вдруг один из них упал на колени и сказал, я поверил в Христа. Ты слышал это или нет? Не слышал. Он не знает. Это не его овцы. Мне вчера в интернете показывают, открылись миссии разные в Китае. Какое-то необыкновенное пробуждение в Китае началось. Но уже 100 миллионов китайцев. 100 миллионов. Ну, прямо показывают. Православные где? Дайте совет, что нам впервые нужно переводить, что говорить. Но православные уже маленькую сделали там, куда заходят и иконы, и китайцы поют там, служба идет. Какой вы совет дадите? Я говорю, подождите. Переведите Святое Евангелие сначала. И дайте людям возможность избрать Христа. Не путешествие по храму, не прогулка по храму, как Даниил Сысоев говорил, а соприкосновение со Христом в Духе Святом. Дайте китайцам это, они изберут. Вы понимаете, мы по всем фронтам проиграли все. Даже вот этот поисковик в Библии, который искать, кто его готовит? Им все пользуются. Можно узнать сколько. Вьетнамец. Вьетнамец? Я не знал, но я там, вот все, сколько у меня есть, 3000 ссылок, все до одной я искал по поисковику. Он дает все, и он каноны. Я стал обращаться, не вижу Витю Петерима, здесь он нет. Я к нему обратился, он его нашел, не сразу. Это Тимофей Ха, вьетнамец, в МГУ учится. И, конечно, не православный. Но приехал-то в православную страну. Почему он не православный? Ну, вы знаете, Богачев Юрий. Заслуженный певец, артист СССР. Дочь и сын чемпиона олимпийский. Вот это, говорит, семейка. Запился в дребезги. Подходят двое, начинают с ним разговаривать. Приглашают домой. Он обратился, кто? Баптист. Теперь по всему миру его песни едет, выступает и говорит. Почему не православный? Но его увидел один православный священник и стал издеваться. Ну что, душу продал баптистам на другой стороне улицы? Он только поклонился ему и все.
Ну, ты видел, я пьяный валялся, ты видел, с работы выгнали, у меня ничего не было. Почему ты-то не подошел? Почему баптисты подошли? Вот что нужно делать в Китае. Дать живое слово. Как апостол Павел, когда говорил на площади, кто обратился. Зачем меня спрашиваете? Искушаете или что? Слово Божие. И дальше они ему не свои, никто не обратился. Он даже не знает про это. И не слышал. А Иоанн Кронштадтский слышал. Вот он пришел, и куда его пригласили? В какой-то дом, замедлил или что-то, а у них там молодежный пикник или что там делает дома. Гуляют, пьют, танцуют. И он вышел, видит, молодой офицер, он подошел к нему. Ты зайди ко мне. И поговорил. Какая твоя вера? И он обратился, так, ты вовремя сделал, через 3 дня ты умрешь. Видите как? Что значит Дух Божий? Все так и будет, это не Ванга. Это пророк Божий, и он возвещает. Дальше, значит, мы разбираем, что наемник, и осы ему не свои. Он ни одной души-то не приобретал, независимо от сана его. Что дальше? Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. А чем он бежит-то? Значит, он сумел отличить волка. То, что сам волк, он этого не знает. Но он наемник, так и будем называть. Наемник, не волк. Но волка он увидел. Почему ты в битву не вступил? Почему алабая не завел какого-то? Почему ружья у тебя не было? Почему ограду не сделал, чтобы волк не попал? Сколько, почему? Он только одно думает о своей жалкой жизнешке, удрать. Это стих очень сильно касается нашего сегодняшнего положения. Кому мы принадлежим? Наемник, он бросил и бежит. А куда? Волчатник толкает. Мы никогда не пойдем туда, куда он толкает. Почему? Наша позиция единственная оказалась. Единственная в мировой практике с 1 века, как христианство появилось. Чтобы даже 2 общины и бросить, когда они провинились ничем. Этого не было. Я всю мировую историю... Не было, никто не знает. А что в таком случае делать? А мы знаем, что делать. Написано, ваша сила сидеть спокойно. И вот мы будем первые. Но обязательно это проявится очень далеко. Сколько? 13 юрисдикций. Виктор Пивоваров, архиепископ, я в интернете все собрал. Антоний Орлов, который зарубежный сторожков теперь, митрополит. Я у него на квартире жил в Лос-Анджелесе. Омский архиепископ, пасечник. Законный, все законы рукоположены. Законы еще там зарубежной церкви. Агафангел Одесский, Пашковский. Да каково там, сколько у них? 50 с лишним приходов. У русанцев более 120 приходов и за рубежом, и где? Это что? Это не человек. Приходов. И показывают, какие большие приходы. И монастырей сколько открыто. Раздробили. Кто раскольник? Топор или чурка? А нужно было? Не нужно. Не нужно. Надо было работать. А дальше бы было видно. Мне, я говорю, сразу полковник из КГБ... Позвонил и поздравил. Наконец-то объединились. Теперь мы не растопырены. Будем рукой бить, а кулаком бить будем католиков. Для этого Бог дал нам кулак, 5 пальцев, чтобы их в кулак собрать. Притом этот человек хороший, неплохой. Я его лично знаю. Полковник. Опытный, настоящий интеллигент. Вот теперь у нас кулак будет. Ничего не будет. Ничего не изменилось. Почему? Наемники остались наемниками. И он бросает и бежит. А он от вас отказался. Наш. Отказался, теперь подтвердите. Батюшка засчитал документы. Все. Свободное плавание. А вы признаете епископат? Признаем. А куда пойдете? Никуда не идти. Мы стоим на месте. Это они ушли, он бросил. Власов бросил армию. Все до одного объявлены были предателями. У Сталина так было. Раз в плен, значит все. А при чем они здесь? Почему ты с ними не умер вместе, если ты упал в плен? Нас никто не принял. Но вот ударили коммунисты. И полетело все. И патриарх успел только 3 преемников избрать тайно. Если меня арестуют, кто-то будет на мое место патриарх. Ты хотел кого обмануть? Бога или коммунистов? Они их высчитали на другой день. И всех арестовали. Ну где Иосиф Петроградский? Где Агафангел? Где Петр? Всех до одного забрали. И все пошли под топор. А патриарха, считают, отравили. На Благовещение в 25-м году. Всего зуб только болел. Вдруг ничего, раз, кончился. Поэтому, старики, лишний раз в больницу-то не лезьте. Попутно скажу. Лечитесь дома морковками своими. И что? А вот теперь приказ, не приказ, а указ. 362-е правило. Если наемники, и волков много,
теперь синода нету, то есть их структура, которую люди придумали, разрушена. Каждая епархия сама управляется. Ни патриарха вам не надо. И вдруг арестовали епископов. Больше 200 голов отрубили. Все! Теперь каждый священник сам, никакого епископа нету. А нету, его нету. Сами управляйте. Пошли под нож. А теперь каждый сам за себя отвечает. Теперь подумай, как? Вот что Господь делает. Господь меняет и делает все впервые, впервые, впервые. Надо научиться смотреть. И в этом первое, вот мы первые вот в этом положении. Единственное, кто не сдвинулся с места. Я говорю, в какие юрисдикции их 13 могли пойти законно? Мы никуда, мы заранее говорили, никуда. Мы остаемся здесь. Наемник бежал, наша вины никакой нету. А кого видел? Волка, потому что там пристращали, мира не дадим, неутвердимый. Ну понятно, что дальше. А дальше внезапно умер. Сегодня очень легко это делается. Мы знаем эту историю. Главная болезнь государства, Краснов Левитин говорил, он 6 сроков отсидел, трусость и корысть. Корысть и трусость, вот это вот все, что делается везде, все везде на деньгах. И трижды, говорит, больная эти моя родная православная церковь, трусость и корысть. Страх видит, на первом месте страх, и он убежал. Убежал, отказался, вовсе не моя, отстаньте от меня и прочее. И что дальше? И волк расхищает овец и разгоняет их. А вот тут ему не удастся. Почему? Потому что слишком надеялись они, что все будут делать за них пастыри, а овцы сами умеют себя защищать. Так что не каждому волку это будет по зубам. И когда возвращались они, с тобой возвращались, и там Николай Савченко, кажется, был с Санкт-Петербурга-то, и он спросил, ну вот, батюшка, вас тут нету, а как у вас там? А Евтихий наш сказал, у него все в порядке, там идет без него, как при нем. А тот знает, его нету, и ничего нету, овцы разбрелись. На нас сегодня столько нападок, и все, сейчас гляжу, тише, тише, тише становится, ничего нет. То есть, что они хотели? Хотели разогнать. Волки кинулись и остановились. Вот и все. Дальше ничего, ну дальше-то ничего и нету. Мы что-то изменили? Нет. Мы хотели отделиться, отдельно, говорит, которые раскол делают, там правила на них, не отделялись. Мы не отделялись. Никуда. Мы только говорим, Господи, сохрани нас в истине православной. Вчера на меня нападают старообрядцы. Да вообще, что это они? А что такое? Да вы же сами знаете, что Московская патриархия такая, куда вы зовете, вы сами заблудшие. Идите к нам, у нас Корнилий, митрополит, у нас то другое. Вот только где истина-то? Я ответил, истина-то истина, но не вся в одном месте истина. Мы признаем и финляндское православное, румынское православное, греческое старостильное. Старостильные, которые у нас, мы признаем, и которых я назвал законное рукоположение. Катакомбники имеют епископа законное. А старокатолики? И старокатолики. Они отошли не один, а там сколько митрополитов. У этих намного больше истины, чем... Они признали главенство папы. Нас почти ничто не разделяет. И они с бородами. Вот удивительное дело. Старый. Это Господь допускает. Старый. Вот что в одном стихе. Это наш стих. Его надо, говорится, написать. Михаил, ты вот такой крест сделай там на дверях, на той стороне. А мы надпись перебьем на дом туда. Батюшка сделал замечание, мы его выполнить должны. И желательно сегодня же. Не откладывать. Вот что означает этот стих. Овцы виновны или нет? Где-нибудь там намек есть? Ну где-нибудь. Никак нет. Чего ради мы виновны-то? Овцы никуда не разбежали. Самое-то главное, похвала. Иоанн Златоуст говорит, пастырь арестован, его нету. И овцы встали на защиту себя, и волк отступил. Он неоднократно об этом говорит. Волк ничего не может сделать. Почему? Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. А Бог – один ответ. Бог с нами. Большинство там, где Бог. А Бог там, где смирение, кротость. Мы ничего не искали, не отделялись, новый алтарь не строили. Он здесь освященный, при епископе. У нас ничего не изменилось. Бог возводит нас на другую ступень. И мы должны показать миру. Это перед кончиной. И бояться этого не надо. А всех арестуют, всех убьют. Каждый сам себя будет отвечать. Как Калинин говорил, Михаил Иванович, всесоюзный староста. Здоровье трудящихся, тире, дело самих трудящихся. Так что спасайте СОС. И спасаться нужно всем вместе. Видите, как у нас просто. Батюшка сказал, на неделе на той будет, где ближе к кому, храм Московской патриархии. Туда пойдите. Пойдите. Мы никогда не отрицали ее благодатность.
А если батюшка не будет, в любом храме будем причащаться. Но община сохранится. Община не будет. Все рассыпались, вот как Николай говорит, как воробьи, говорит, по помойкам. И все, ничего не будет. Никак. А здесь все вместе. Мы знаем нужду, о чем молиться. К нам обращаются люди. Вот я каждый день, сейчас один ролик выставляю, больше часа. Попросили какие-то колеснику, Николай и Анна. Я говорю, ты сделайте такое, чтобы каждый день, которые вам письма, пожелания, просьбы, чтобы отдельный ролик. И мы сегодня поставили уже 29-й, 29 дней назад и каждый день. Это новая тема, мы первый раз, и впервые так все это открыто. Первое, не бойтесь этого. В вопросе, как сейчас с нами поступили, мы первые. Дальше, когда начнется эта мясорубка, рубиловка, все тогда будут смотреть сюда, скажут, они же остались здесь и не отрицали ни патриарха. Мы молимся в домашних молитвах, молимся за епископа, приходим, благословляемся, он приезжает. А он к вам не будет приезжать. Моей вины нет, а сегодня будет приезжать. Батюшка встречается, отношения сохранились хорошие. Эти оборзели, то есть озверели настолько волки. Я позвонил епископу, митрополиту нашему. Он говорит, у меня такое впечатление, они на него навалились, что они, говорит, вас убить хотят. Понятно? Значит, ну, по сегодняшний день мы еще живы. Вот прошлое воскресенье, вдруг мне звонок. Это вы здесь, который больше пакости делал? Я уже у ворот у вас стою, выходи. Понятно? Уже у ворот у нас стоит, поэтому помолитесь. Мы ночью встали, взяли святой воды, все обошли водой, покропили. Ну, что угодно может сделать, раз безбожники. От них чего ждать-то, безбожники. Но безбожник совесть мучается. Но когда он благословенный, это как ваххабит, папа мне, его совесть уже не мучает. Это мутанты. Это манкурты. И они ни перед чем не останавливаются. И мы еще до воскреснет Бог прочитали раз, еще раз обошли вокруг и стали молиться. Так что прошу бодрствовать. Мы первые на случай, когда все будет отнято. Мы этого не делали, нас просто Господь избрал, выставил в духе свободы. Совесть наша свободна. И мы не говорим ни одного слова, ни туда и ни сюда. Мы просто молимся. А к нам обращается уже сегодня столько людей. Они ничего не могли сделать с вами, нет, не сделать. И никогда им этого не сделать. Яко с нами Бог, покоряйтесь языцы. Все новое и новое. Люди приходят в интернете. Я только через вас узнал, как беседовать с иеговистами. А я был где-то, а там бабка приняла. Да я их на обратном пути некогда шли, я им вернул назад. А как вы говорите? Я так с ними начал беседовать. Они ничего не могут мне ответить-то. Но пришел домой, какой-то я гневный стал. Что-то нехорошо со мной. Но разгорячился, воин-то где-то. Ну, я теперь смотрю, как с ними. И это ни один, ни два человека. Поэтому нужна помощь. Чтобы то, что нам Бог дает, каждый выстрел пришелся по цели. За врагов нужно помолиться. Я сегодня детям сказал, заходил здесь, с детьми идет работа, во время богослужения молятся. Научите детей любить Бога и любить Святую Библию. Выберите время, даже катаются когда. Призовите, давайте посядем, сядем, почитаем. 100 поклонов сделать, это не больше 7 минут. Заложите в детях этот фундамент. Чтобы они сами просили на молитву. Только молитва и чтение Слова Божия определяет, избран ребенок или нет. Если он не избран, то кто бы он ни был, он пойдет на другое место. И не приведи Бог. Я смотрю на детей, какие дети красивые, все. И представьте, вот это будет как с Изида. Меня с 10-летних сейчас наложницами делают. Рабство, главный доход рабства. Всех до одного продают в рабство, в другие страны и все. Тысячи и тысячи. Эти мусульмане где? Говорит, не надо с ними ругаться. У них книга священная есть. Они поступают, говорят, мы по ней поступаем, по Корану. А у нас Евангелие. Ударят в одну щеку, подставь вторую. Враг голоден, накорми. А если этот пастырь, наемник оказался, бежал, и тогда его накорми. И ты усиль на нем молитву. Вот один стих, и сколько мы в нем взяли. И подвигает к чему нас? К чтению Слова Божия и к молитве. Отошел. Аминь. Ну что, братья, сестры, надо бодрствовать, молиться. Со всех сторон сатана в последнее время чувствует, что время последнее, время сокращается, и на Западе с Украины продолжается, тлеет этот очаг. И на юге, Сирия и прочее. На днях я узнал из интернета о том, что
Северная Корея испытала водородную бомбу, что вызвало очень большую реакцию со всех мировых правительств. Ну, одни говорят, что это там не водородная бомба была, ну, тем не менее, она является ядерной державой. Это очень тревожно. Даже китайцы, японцы и наше правительство тоже обеспокоены этим событием. Бодрствовать, еще раз бодрствовать. Нудить себя нужно. И среди ночи вставать молиться. То есть сон должен быть сокращен. Сон это есть что? Есть прообраз смерти. Так что молитва, молитва, семикратная молитва в день и ночная молитва. Молитва усердная, и Господь милостив еще удержит свою, не отнимет свою удерживающую десницу. Но мы не должны говорить, что вот пусть будем по нашей воле. Мы должны сказать, что да не подчится наша худая бедствующая рука удерживает твою карающую десницу. Но чтобы Господь нас приготовил к тем испытаниям, которые грядут. Чтобы никто из нас, из присутствующих здесь и не присутствующих наших братьев и сестер, не отошел от истины, не принял печать Антихриста, а сохранился в вере, в истине и достиг Царствия Небесного. Брат, ты хотел что сказать? Я хотел добавить здесь, вот, что про овец хотел сказать, что вот овцы, они нам... Ну, как бы животные, братья наши меньшие, вот животные показывают нам сейчас пример любви к людям больше, нежели... Ну, и сами, конечно, люди, они в этом не виноваты, а какое-то расположение к людям. Говорит, чем больше, говорит, я узнаю людей, тем, говорит, больше люблю животных. Так один сказал человек. Ну, и так и получается. Поэтому я хотел сказать, вот овцы, они нам показывают пример любви к пастырю, к своему. И почему наемник так смог действовать? Ну, почему? Потому что овцы, они любят любого человека. И вот этот наемник подошел, он прикрылся. И они видят, что он волк. Вроде бы как такой же человек, может это и хозяин. И овцы к нему тянутся. Он, подойди, постоял рядом с батюшкой, они подходят тоже. Немножко как бы духом пропитался хозяина. И вот они, овцы, потянулись потихонечку. Недолго-то приучаются, потому что, ну, там, дали корма там им туда-сюда и пошли. А в чем дело? Состояние овцы такое. Ее же учит сам Христос, Господь, церковь учит овцу. Овцы – это все члены церкви, это тело Христово порознь. Мы все составляем тело Господне. И теперь получается так, что этим пользуется и наемник. Вот в чем дело. И поэтому наемников нужно отличать. Но нам еще Господь дорывал и внутреннее самосохранение. А какое? В чем оно заключается? В том, чтобы мы хорошо знали заповеди Господни, законы Его. Чтобы мы потом, в конечном итоге увидели наемника сами и узнали. Поэтому надо все время обращаться к Священному Писанию и все это делать по любви. Многие говорят, вот вы говорите про священников, вы там их ругаете, вы гневаетесь, вы там... Там еще что-то, ну такие слова придумывают, я даже у меня в лексиконе просто их нету. Откуда это все берется? Когда все, что Господь пишет про священников, и не только про священников, а про грешников, тех, кто не исполняет законы Божии, все пишется по любви. Даже закон Моисею, где написано «побить камнями», «убить», «убить», там, там, читайте, второзаконие, потом, не только второзаконие, книгу «Исход», убить, побить камнями, убить, побить камнями. И все это, говорит, по любви. И человек, который собирал хворост, он, ну, хотел погреться в субботний день. И вдруг он первый был, кто собирал, когда получился закон. И его вдруг увидали и привели. Первый раз все, как это все будет, никто не знает. Ну ты закон слышал? Слышал. А зачем ты собирал? Господь обогреет нас. Ну, я откуда знаю? Ну, слышал-то, слышал. Ну, ты каешься, что собрал? Ну, каюсь. Ну, каешься, каешься, а убить тебя все равно надо. Потому что Бог дал этот закон. И здесь получается так, что он и теперь... А наемник-то сам кто еще, кстати? Теперь дальше. Ведь наемник-то может стать овцой. Конечно, теперь его никто в пастыре не возьмет, этого наемника. Но
Если он покается-то, еще обратный ход есть. Овцы-то примут его к себе или нет? Такая любовь должна быть. Как не принять? Да мы всех этих священников, которые не действовали там во временных там рамках там, или где там, пускай их Господь извергает из сана, мы-то их к себе можем принять. Ну, если там не натворили они каких-то больших дел. Почему бы нет-то? Пускай спасаются вместе, глядишь, Господь разумление даст. Вот за любовь, которую Господь дарует овцам, ко всем, и в том числе к наемникам, слава во веки веков, аминь. Аминь. Еще есть у кого просьбы, пожелания, благодарения? Ну, прежде всего, нужно славить Бога за все. Всегда читайте акафист. Да, чудный акафист. Тот, кто читал или читает его постоянно, знает, что это чудный акафист. Слава Богу за все. Расскажите, кто написал? Есть разные мнения. Григорий Петров, да, написал? Чего? Да? Акафист. Богу за все. Да Бог написал, кто написал? Григорий Петров. Григорий Петров. Ну, за несколько дней до закончил писать до расстрела в лагерях. В интернете есть другая информация, это что нет, вроде это как это не он написал, но какая разница. Для меня вот является он автором, потому что я впервые услышал о том, что он автор. Ну и да Господь через него дал нам его. Самое главное, что это слова благодарности, словословия Богу. Это песня. Понимаешь, я рад получаю. Вы с кем возитесь? Никита кто? Это гей. Володя кто? Это гей. Это мне прям скидывает. Не про меня. Чем не останавливаться? Площадные брани матерками нас матерят. А почему они это делают? Я знаю, это люди, которые недостойно часто причащаются и благословенные пастырями. Не вообще не совершенно безбашенные. Это только вчера. Ну, я Никиту там допрашиваю. Прям. Ты гей? Захохотался и все. Понимаешь, они совершенно не такие. Одержимые демонической силой гордости. Прелести, гордыня, как они говорят. Про Сергея они сказали. Про, про Никиту, про Сергея сказали. А, Сергея. Вот. Володя, ладно, мы знали, что это не ты. Ошибся, никогда не сдаёшь. Вот это ошибка. Да, брат. Тут все, оправдываться будешь? Нет. Не буду оправдываться. Тут страшно. Я про Никиту. Он там стесняется. Мы были на благовестии, на Рождество, и раздавали Евангелие. Так вот, одна благочестивая овца из Московской Патриархии, бдительная, значит, взяла его за руку и повела в ближайший храм. Ну, он как безропотная овца пошел за ней. И она говорит, вот батюшка, смотрите, что творится-то. И батюшки привела. Под нашим, как под нашей... нашей канонической территории. Как она сказала-то? Ну, в общем. Евангелие, говорит, раздают. Евангелие раздают. Надо же, Евангелие, а? Преступники какие. Что там дальше-то было? Бывший секретарь Сергей Беляев. Там в Потеряевке был. Ну с тобой тебе рассказчик. А он говорит, ну успокойся, ну Евангелие раздает и раздает, что тут такого. Он говорит, это, говорит, потеряются, говорит, им можно. Ну, правда, Никита встал и сказал, не только потеряются, и барнаульцы, говорит, тоже есть. Наконец-то за барнаул вступились. А, ну да, я отпустил с миром. Слава Богу. Благословился ты, да? Я дал. А, еще благословился он у него. Все, и она сразу утихла, а, можно, глазенки поменялись. Все сразу. Да и что ты там дальше не слышал? Она поменялись сделать, она такая недовольная пошла. Да. А, недовольная? Где Покровский был? Нет, Ростов. Там Сергей Беляев, отец. Он же там стоит. Жаль, что не поменялись. Он там сейчас Покровский. Покровский? Включай. Ну хоть отпустил их. Ну, это уже хорошо. Да, это Игнать, значит, предположил. И верующих к неприступному приносит, ангелы с пастырями слова словят, во свете со звездою путешествуют, нас в городе родися, отроче влада привечный Бог. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити.
людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия «Авва, Отче». Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятие. Сейчас? Нет, конечно. А вон же Андреев есть у нас. Никита. Этот сразу уедет. Да, Андрюша? Тебе же опять не надо? Да он все знает и так. Ему не надо даже.